Две красноярские студентки представили проект быстровозводимого и недорогого жилья. Девушки предлагают построить жилой комплекс из невысоких домов в любом из городов края. Предполагается, что при строительстве будут использованы недорогие материалы, а изюминкой проекта станут подземные переходы, соединяющие дома. Так девушки хотят подружить соседей по домам. Кроме того, на крышах планируют обустроить сад. Проект красноярских проектировщиков уже получил призовое место на всероссийском конкурсе «Модульное строительство. Надежный дом для современного человека», за что студентки получили 70 тысяч рублей.